вот все-таки это праздник чего? Праздник радости или скорби? Вот, или, или понятно, что, конечно же, это скорбь по погибшим, да, и как говорится. Говорят слова песни «Радость со слезами на глазах». Да. В то же самое время, вот, да. Где вот эта грань? И как а очень хороший вопрос. Очень верный вопрос, который совсем недавно мне попался. Кто-то прислал на наш вот этот вот портал вопросов и ответов, вопрос священнику, такую вот ссылочку никого, ни на кого не будь, а на китайского мыслителя Лао Цзи, который в своей вот этой вот книге «Дао Дэ Цзин» пишет, что праздновать победу нельзя, это же смерть, это убийство. Люди, которые радуются войне, это люди, в общем, неполноценные. И что победу надо отмечать похоронной процессией. И он спрашивает, видно, так с вызовом, а что Христос учил радоваться смерти людей? И если не учил, то почему христиане празднуют или отмечают День Победы? И я ответил после известного раздумия и даже, в общем-то, прочитывания Дао Дэ Цзин, короткая очень книга. А Христос дал нам возможность увидеть, по крайней мере, в целом, общий облик всего, так сказать, всей картины. Это замечательная притча этих восточных, про восточное происхождение, о слепых, которые ощупывают слона. Помните, да, каждый что-то свое нащупал и говорит, слон – это огромный столб, он ногу нащупал. Говорит, нет, слон – это вроде канат, это там, не знаю, хобот. Нет, слон – это тонкая веревка, это он хвост нащупал. Если мы христиане, ну, значит, верим в то, что нам Господь дал возможность увидеть общий облик. И Лао Цзи, конечно, великий мудрец, но общего облика он не ухватил. А чтобы увидеть общий облик, надо в картину привлечь Христа, Бога. А Бог – это любовь. А любовь, значит, отдать себя, пожертвовать собой ближнему. И вот именно это и есть смысл памяти о войне. Память о тех, кто отдал себя за нас. И это похоронная процессия. Действительно, Лао Цзи – великий мыслитель. Это похоронная процессия, этот бессмертный полк, не что иное, как похоронная процессия. Но похоронная процессия, где скорби, слезы существуют. Но они перекрываются чем? Это же пасхальное время, пасхальный период. Практически всегда 9 мая – это праздник во время пасхального торжества, 40 дней после Пасхи. И «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего гробе живодорова» звучит в сознании каждого участника этого бессмертного полка, марша бессмертного полка. И тем самым скорбь приобретает свой смысл в контексте в Христово воскресенье, в контексте победы жизни над смертью.